включая Мурманскую область. Недаром так много о ней говорят. Делегация из Мурманской области подписала несколько важных соглашений. С «Лукойлом» договорились о сотрудничестве на ближайшие 5 лет. Область будет помогать реализовывать инвестиционные проекты, а концерн вкладываться в развитие социальной сферы. Другой партнер региона планирует открыть в Мурманске фармацевтический завод. Сейчас компания работает в Индии. Там производят витамины, БАДы и антибиотики, а затем экспортируют в Россию. В Мурманской области она сможет получить налоговые преференции.